Здравствуйте, меня зовут Татьяна Горячева. Я являюсь директором и собственником сети медицинских центров Диамид. На сегодня медицинский центр Диамид – это крупная стоматологическая компания. Основным нашим направлением является оказание услуг на рынке стоматологии, а также у нас есть лечебно-диагностическое отделение, есть своя зуботехническая лаборатория, и мы на рынке уже работаем более 20 лет. Года два назад у нас возникла идея как-то зафиксировать отношения с нашими пациентами. Мы благодарны, что вы к нам ходите постоянно, что у нас большая клиентская база. И для этого мы решили внедрить в свою организацию систему UDS, как система по лояльной работе с нашими пациентами. Сами, конечно, мы внедрить ее не смогли. И вот 4 месяца назад мы встретились с экспертом по системе UDS Малоземовой Евгении. Татьяна обратилась ко мне с просьбой эффективно настроить систему UDS. Мы изменили настройки бонусной программы, разработали систему статусов для клиентов, провели обучение и аттестацию персонала, ввели систему мотивации для администраторов. На старте в системе UDS у сети медицинских центров Диамид было 1300 клиентов. За 4 месяца мы увеличили клиентскую базу до 21 тысячи клиентов. Тысячи человек пришли в клинику 3 и более раз. 660 человек попали в систему лояльности сети Диамид по рекомендации. Мы очень довольны работой системы UDS и планируем кросс-маркетинг в этой системе.